Ну вот, давно я мечтал избавиться от этого чуда растения. И сегодня это свершилось. Все, едем. Едем туда, куда едем. Вот очередной этап работы. Пропалывать надо голубику. Так, пока передохнем. Ну вот цветы начинают вылазить. У нас здесь по периметру грядки, тюльпаны растут. Вот они уже проклевываются. Ну и здесь что-то начинает вылазить. Нарциссики, что ли, маленькие еще? Наверное. Нарциссики. Да, тут работы. Куда ни ткнись, можно становиться буквой ЗЮ и что-то делать. Так, едем. Едем на нашу новую компостную яму. А яма вот у нас где. Это я выкапывал в прошлом году черноплодную рябину. Так. Так, следующий этап. Сейчас буду заниматься виноградом. У меня стремянка стоит, все на готове. А потом туда-сюда глядишь и обед. Вперед, вперед. Труба зовет. Ну что, ребята, как-то так. Обчекрыжил как мог я со всех сторон. Резал не жалеючи. Мы особо им не пользуемся, этим виноградом. Ну, когда как, чего. Вон сколько получилось. Со всех сторон я его обболванил. Ну, так, посвежее будет. Теперь надо убирать. Вот новая работа. А за сараем знаете, что растет? Цветочки. Сейчас пойду покажу вам специально. О, соседи были. Были-были, смотрю. Привет, рыжий. Рыжий, привет. Сейчас дам вам по сосиске. Вот что хотел показать. Ну, нет, не это. О. Красота какая-то, а? Тюнь тюлей. Да? Не лезь, не лезь. Не лезь. Ку-ку. Ну ладно, идемте. Идемте обедать. Идемте. Малина была. Подстригли мы по осень. Почистили все.
Идемте, дам покушать. Пошли, малые. Пойдем. Так, надо пособирать. Обычно я не бросаю, но так вышло. Идемте. Сейчас дам покушать. На обед у нас две картошки, яйцо, сало порезал с утра. Танюша сварила картошку, яйцо почистила мне. Кофейку есть, печенье вкусное, хлеб. Чай, кофе, как я говорю. Все хорошо. Хорошо, когда оно хорошо. Все, будем обедать. Ну вот, пообедал я, и слава Богу. Сижу, смотрю в окно, и почему-то вспомнил. И вспомнил бабушку свою, царство небесное, папину маму. Когда я был еще маленьким, папа служил в Германии, мы приезжали в отпуск. Она нас встречала, садились за стол. И она так, бабуля, невзначай, как вроде бы невзначай, произносила такую фразу. Ой, Бози, Бози, сыночек, сыночек, ну, на меня глядя. Вот войны б хоть бы не было войны, хоть бы не было войны. А так все добре. Хлеб есть. И я все время... Ну, не все время, но часто вспоминал вот эту фразу и думал, ну, человек старый, что-то так у нее в голове, типа одно и то же. И сейчас, когда мне уже 60 лет исполнилось, я нет-нет и начинаю задумываться над смыслом вот этой фразы. Думаю, да, оно так и есть на самом деле. Мне это казалось как-то чем-то далеким, какой-то неправдой, что это было очень давно, я имею в виду Отечественную войну. Хотя родился я после войны, прошло не так уж и много времени, по временным, так сказать, меркам, в 61-м году. Это сколько прошло, получается? 5 до 50-го, 10, 16 лет всего лишь прошло, 16 лет. А мы вот с Таней прожили 21 год, и кажется, как вчера расписались. Так быстро время пролетело. Что-то я загрустил. Поел и загрустил. Надо наоборот радоваться. Все хорошо, солнышко. Тихо, мирно на дворе. О, как. Саша мне показал, где спальня, где ванна, где будет котельная, где что. Молодец, хлопец, строится. Потихоньку сам все делает. Ну, помогает ему там. Брат приезжает. Что еще сделал? Прополол вот эту полоску вдоль большой грядки, где растут у нас цветы. Ну, надо помогать друг другу. Я ж на кухне не лезу туда. Ну, а здесь помогу. Что могу, помогу. Вот такие дела.